Всем привет, друзья! Привет-привет! Очередная порция 10 коробок по 5 долларов из магазина потерянных посылок. Ждут вас в нашей увлекательной передаче сегодня. Поехали! Начинаем. Так, поролон. Поролоновая коробка. Такого нам еще не попадалось в жизни, поролончиковый. Ой, тут, наверное, неправильно что-то. О, тут еще что-то. Ой. В пупырышках. Так, хорошо. Друзья, первая коробка. И это у нас душевая система. Ее так аккуратно достать. Скорее всего, новенькая. Если никто не достал. Ой, даже зеркальная. Себя вижу в зеркале. Привет. Так, классно. Ладно, давайте назад, чтобы я не... Ну, вроде бы не, даже нету ни одного отпечатка. Скорее что всего. Хорошо, да. Да. Ну, если бы кто-то доставал, порвал бы эту штуку. Потому что, видишь, даже я с ней учусь. Как ее тут нормально так закрыть. Ладно. Так, что входит в эту систему? Душ съемный. Тоже прикольно, смотри, столько этих опций есть. Хорошо. Дорогой, наверное, будет. Шланг. Вот да, никто не использовал. То есть эта штука запечатанная. Крючочки. Потом эти прокладки резиновые. Эта штука для душа устанавливается на липучку. Угу. Непосредственно удлинитель, который цепляет. Я вот что-то, у меня уже начинает сомнение. Непосредственно цепляет саму этот, как он там, тропический душ. Угу. Правильно? Дождь. Тропический дождь, душ. И нужен еще переходник, который все это соединяет. А вот это? А вот это мы сейчас посмотрим. И вот это тебе в помощь. Надеемся, он там. Да, он здесь. Ой, все нулячее, все нулячее. Угу. Кран... А, это краник. Не да? То? Там так и должно быть. Не знаю, ну посмотри. Не, все правильно. Так, хорошо, все, дальше я понял, что не надо объяснений, чтобы мы тут долго не сусолили, что за душ. Просто подписывайтесь на наш канал, не забывайте поставить лайк. Много интересных товаров у нас, как всегда. Пытаемся для вас работать день и ночь, в любую погоду, дождь, снег, мороз, жара в пустыне и все такое, в горах. Товар на сайте Amazon, цена, друзья, 106 долларов. 12-дюймовый, мне даже на секунду показалось, что он больше, чем у нас сейчас висит, нет? Не знаю, я не знаю. У нас круглый. Мы какой повесим. Круглый? Ну, у нас же, в нашей ванне А-а-а. Круглый. Ульяны квадратные. Ульяны вроде бы 10-инчевые, даже меньше, чем это. Интересно. И душ, угу. Смотри, сколько функций, да? У него. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как правило, используется только одна. Отличная находка. Угу. Довольны. Мы довольны. На этом можно заработать. Первая коробочка уже удивила. Да. Хорошо. Вторая коробка. Ну что же ты, давай. Принеси нам удачу. Коричневая коробка картонная. Ну, это тоже было неприметное, а товар дорогой попался. Вот так. В жизни все так бывает. Итак, вижу. Еще одну картонную коробку. С какой-то железной штукой внутри. О! Ребята, там у нас здесь какой-то, скорее всего, стул. А ну. Да. Это, друзья, стул. Какая-то бумажка выпала. А ну. О! Такое кресло интересной формы. И тоже новенькое все. Да-да. Это что такое? Новенькая только для какой пятой точки она. Маловато как-то. Для маленькой пятой точки. Даже для женской.
Примерить хотел. Ой, классно. Ну, нам хорошо. Пару раз такие стульчики попадались уже. Хорошо, тогда собираем. Угу. Быстренько и показываем. Фотографируем. Угу. Находим, ну, я надеюсь, все есть. Находим цену на эту замечательную. На этот замечательный стул. Так, ну, друзья, смотрите, вот такой вот стул маленький. Вот давайте с близка покажу. Короче, вообще не такой маленький-маленький, но приятный. Не кожа, заменитель, конечно. Ну, я не знаю, куда-то может в салон какой-то оно. Ну, смотри, он такой действительно. Ну, ресепшн. Не разложишься, конечно, на нем, но... А, кстати, стоматологи тоже такие стулья используют. Да. Маленький, да. Ну, хорошо, все, давай. Смотрим цену. Популярный товар на сайте Amazon. Да, выбор Amazon. Да, много продаж, хорошие отзывы. 5000. Ну, смотри, для офиса можно. Да. А что это он бьет там кулаком? А, типа крепкая кожа. В общем, даже дома использовать, делать какие-то подделки, да, мне кажется. Хорошо. Да вот отсюда прокатиться до стола. Очень креативно. $66. Но с учетом скидки, а было 81, неплохо. Ну. Да, сейчас скидочка. Так, отлично, два товара, да? Да. Идем хорошо. Да, так, очередная коробка. Большая. Красительно. Так, ну что? О, что-то белое. Да, эту систему мы знаем. Это система кубическая или... Да, ну обычно или для животных. Что-то или то, или то. Молоточек. Да. Металлические, да? Или нет? Ну, даже вешалочки есть, смотри. Мне кажется, это для животных. Клетка, вольерчик. Или нет? Нет. О, бумажка есть. Нет, это не вольер, это... Органайзер. Да, просто органайзер 6-кубовый. Вот он такой выглядит. Кстати... Storage shelf. Кстати, на нас вышла подписчица в Инстаграме, она, наоборот, хвалила вот такие вот органайзеры для хранения игрушек, детскую комнату, то вообще классно сказала. Не, так смотря, допустим, для каких целей. Вот если его не двигать, не трогать, положил, то оно устойчиво. А вот если чуть-чуть там где-то переложил, и оно бывает расходится. Плюс вот эта система, она может получше, о которой ты говоришь. А, может быть, да. Это немножко другое. Так, тут все у нас белое. Хорошо. Может, себе ставим под игрушки? Знаю, смотри сама. Собирать мы не будем, мы посчитаем детали, покажем на картинке. В принципе, мы тут уже показали. Ее, кстати, можно модифицировать, поставить 3,3. Да. По вертикали. Перпендикулярно, 3,3 параллельно. Или просто ступенькой сделаем. Угу. Мы сейчас на картинках более тоже детально покажем, после подсчета. А не посчитать ли нам состоятельные кроты? С какого мультика? Тоже популярная продукция на сайте Amazon. 100+ купила только в прошлом месяце. Посмотрим быстренько картинки для организации. Ну его под все, да, можно использовать. Как и книжную полку. Для разной мелочевки. Для одежды, гардероб, обувь. Да. Кстати, вот этот вариант я еще не видел. Возле шкафа. Отдельно докупить, да, вот эти штуки? Ящики, боксы. Но опять же, чем больше ты его будешь дергать... Да. Мне понравилась идея с игрушками. Я хочу оставить такое. Ну, хорошо. Детскую комнату. $40. И опять скидка, смотри, было 46. 40. Да нам вообще везет. Все товары по скидке. Только купили мы их вообще почти за даром. Так, смотри, тут написано «Открыть с этого конца». Еще и с аккуратным. Так, как аккуратно, нам? Давай. «Please давай. Handle with care». Типа относиться аккуратно, короче. Посмотрим. Мы-то аккуратно. А где она до этого побывала? Вот в чем вопрос.
Так, у меня вот проблеск пенопласта. Нехороший знак. Тут прорезь. Ну и плюс скотч. Итак, очередная лампа. И то она одна, походу. Люстра. Ну, лампа люстра. Так, осторожно. Черная, да? Ну что-то. Так, ну я потихоньку достаю ее, да? Видно что-то? Да, капельки я увидела. Тут вообще, вон, первый раз такое, смотри, крепление вижу. Болт целый. Может, это уличные? Не-не-не, это люстра типа наших вот этих плафонов такая. Кстати, я ж чё второй раз сделал. Я такой подумал. Мы что, хотели заменить? Хотели, но она... Мы же говорили, что если... Ну, хорошо, ну а чем она лучше? Симпатичнее той? Ну, она без изюминки. Подожди, такая. Она с капельками, ты не... Ну... Так, подожди, мне надо как-то отсюда это все вытащить. Она же с капельками. Помнишь нашу первую лампу с капельками? Да. Эти, на улице. О, с капельками. Да-да-да. Восторга не было предела. Что-то интересное. Ну, так. Ну, на две лампочки. Стекло. Во-первых. Боже мой, я только хотела тебе сказать. Так, выдохнули. Я теперь понял, для чего этот болт, который там лежит. Итак, давайте аккуратно сейчас. Во-первых, как ты говоришь, чем она лучше? Угу. Смотри. Сравниваем. А? А? Не. Чем она лучше? Потому что прозрачная. Нам света будет больше давать. Да. По идее, потому что здесь он матовый, и оно там остается. И оно, получается, видишь, светит туда, в потолок, а не нам. А здесь еще с отражателем. То есть, по идее, должен нам побольше... Но еще и капельная система. Вообще придаст эффект, нам... Эффект. Да, придаст нам такой... Игру теней, наверное, да? Или нет? Нет, не навряд ли. Ну, короче, смотри, не? Я не знаю. Нам тогда надо и тот плафон такой же ставить. Подожди. Ты... Ну, у нас черный телевизор. Я знаю. Подходит. Черные подставки под цветы. Вот черный стул ставим. Черный, да. Под... Короче, думаю. Хотелось бы что-то поинтересней. Еще интереснее? Да. Вот в прошлый раз нам попались такие интересные люстры. Вот, ну, вот это стандарт, вот это уже не стандарт. Ну, немножко, ладно. Да. Давайте подумаем, смотрим, хорошо. Смотрим цену. С винтажной лампочкой, лампочками, да, поинтереснее смотрится такая люстра. Это да. Black Seated Glass, не знаю, для чего. Ну, смотри, как она в интерьере. Показали нам кусок потолка. Ну, вот для кухни классно. Если кухня у вас такая, в детской. В общем, для таких потолков, шоу-хомах. Как у нас. Шоу-хомах. Ну, в принципе. И цена 80 долларов. Супер. Ого. Дорого. Ну да. Так. Что мы записали там? Да. Очередная большая коробка. Так. Там еще одна коробка, кстати. И это... О, боги! Биде. Давненько не попадалось. Ну, аж заскучали. Себе еще не установили. Мы хотим целый унитаз, а не систему. Ну, можно начать и с малого, но как-то пока не решились. Ну. Так, бидешка выглядит у нас вот так. Вроде не использована. Переключатель вот такой. Я вот смотрю, какие тут функции у него. Нескользящая поверхность. Она чисто ставится под ободок унитаза. Вот и все. Биде вош, фимейл вош. Твин нозл тут написано. Так, хорошо, давай найдем в интернете, посмотрим, почитаем информацию. Да, давай. И цену посмотрим. Цена, она такое... Мини-биде 55 долларов.
Посмотрим картинки. Мне ручка показалась удобной. Ну, это типа показывает какой? Струю, как фигача. Да. Ага, может так быть, а может так. Чи нет? Чи чем отличие? Да. А типа адр беде и ихняя беде? Ага. Ну да. Хорошо. Ну, легко устанавливается, быстро, да. Наверное, практично. Единственное, скорее всего, один подвод воды холодный. Не знаю, не пользовался мной. Так, следующая коробка у нас тут. Вот тут что-то тканевое. Что-то грязное, чешу. Так. Это у нас. Тут. Я сначала подумала, это куртка для собаки большой. Блин, это зимний комбез. Да. И он пуховой. С флисом. На вырост? Ну, типа, но... в туалет. Но мы рады. В туалет можно. Видишь, он так растется вообще. Не, он вообще ой, такой, смотри. Ой, теплый-теплый. Мне кажется, с отражателем это на... или это не отражатель? Ну, кажется, просто белый. Ну и карманы теплые. Так пришел. У кого? Ой, мне кажется, это такое на зиму-зиму. Это. Лыжный какой-то. Ну, прям, да. Прям зима-зима хорошая. Минус 20. На сколько лет? Думаю, там написано? Нет, тут вообще ничего нету. Никаких лейб. Ну, мне кажется. Ничего. На 4. Ну да, 3-4. Синего цвета. Хотя. Классный. Ладно, короче, давайте посмотрим цен, найдем что да как. По сантиметрам, чи по миллиметрам измерить его. А еще классно то, что есть такая резинка, да, у пояса? Ну да, не такой будет объемный, кажется. И парашют. Да, ну. Да. Та и будет модненько смотреться, приталин. Ой, ну такой симпатичный, да. Почему нам такие не попадали? Ладно. Так, друзья, выяснили, что наш комбинезон на 3 года. Короче, да, приблизительно. Ура. Померили, тут да. Есть в картинках размеры. Единственное, что у нас нет этой меховой штуки, а так написано, все то же самое. Эластичная резинка, да? Да. На рукавах. На рукавах. Да. Высококачественные змейки. Да. Смотри, водонепроницаемый, теплый, и еще ветронепроницаемый. Угу. Только нет у нас, кстати, капюшона, ну, да, да, ой, да. Вот этого меховой штучки. Но мы и там рады. Да не, он классно. Зимой должен классно. Смотри, как да. Выглядит. Да. В общем, может, да, тебе такое закажем? Да, я не против. А есть 5 тел? $66, а было 70. Так, следующая коробка у нас тут. Найденыш такой. Тоже что-то разложено, куча каких-то непонятно. Железки. Как ножки, видишь. Чехол какой-то, чешуйка. Чехол железки носить. Еще одна ножка. О, еще одна ножка. Ой, надеюсь, тут все, но что-то не... Ну, тут вообще с этим... Система целая. Что, прикол. И вот еще 2 железячки. Так, ну что, пробуем, что у нас здесь, как оно тут. Вот так. Так, давай сначала разберемся со стрелками. Так, стрелки, о, легенько. Хорошо. О, уже 2 палочки собрали. Уху. Молодец. Так, теперь методом профессионального тыка мы делаем вот так. Что это такое? И вот так. Может, кровать какая-то. Ну. Детская. Да, вот так. О, уже хорошо. Так, вот это, скорее всего... Пойдет сюда. Ой.
На американском Амазоне. Точно такой лежак. Да, тоже 50 плюс купили в прошлом месяце. На. Ну, такой он, получается, лежак для животных, изогнутый. Что примечательно, эти ножки можно устанавливать на любую поверхность. Они как бы такие крутятся, угу. Поворачивающиеся. Ну, классно для улицы вообще, да? Я не знаю. Смотри сама, хочешь для нашей Холли оставить? Или будет на травке лежать себе? Значит, наш размер медиум. Цена $20. Блин, ну, американских. Сейчас, да. А было 40. Ну. Это дорого. Американских, канадских дороже, угу. Да? $27 сейчас показывает. Ну, просто ограниченное время, супер скидка. Угу. Кстати, показываем, как такой лежак выглядит. А я сначала собрал изгибом вверх. Угу. И потом понял, что что-то не то как-то. Не так будет удобно лежать, поэтому быстренько переделаем. Так, друзья, еще одна коробка. Маленькая. Ну. О, и еще одна коробка. Что-то я твоей реакции простенько не понял. Я же показываю. У нас, короче, друзья, да, вроде такой у нас, же. Да, он такая же вроде как стоит станция, которая нам очень-очень не пригодилась и помогает. Видите, у нас там куча девайсов. Но провода уже до половины все же были белые, теперь да. Все черные. Да, там был какой-то у нас недостаток один порт не работал. Но тем не менее, классная штуковина. А телефон, кстати, как заряжает? Быстро или нет? Ты не заметила? Не, не заметила. Мы, да, практически не пользуемся такими. А, ты только в комнате. Но здесь смотри. Значит, можно использовать 6 устройств. Получается 3.0. И плюс провода, кабеля. Да, 5 кабелей идет. Угу. Кабелей. Кого там? Боже, новенькая коробка, бабочка. Угу. Мне кажется... Так, надеюсь, его никто тут не вскрывал. Не, ну вот все в наборе 5 кабелей. Связать даже можно, угу. Их вместе. Единственный минус, они мелкие, но маленькие. И мы, бывает, оттуда выдергиваем, в другую перейдем, как сюда вот розетку вот, угу. Торчит, видите? Да. И все. Ну хорошо. Прилично выглядит вот эта вот станция, ну, да? Мы довольны. А что проверить? Будем делать с этой станцией? А ты знаешь... Я вот что думаю. Да, работает. Все. Угу. Где мой телефон? А, у меня же и дорого, наверное, двойной, да? Чехол. Я не знаю. Ты знаешь, что мы можем придумать? Мы вот в поездку, когда обычно ездим, мы эту станцию постоянно достаем, отключаем, берем с собой, угу. На всякий случай, если нам надо много устройств, ну, заряжать, да, одновременно. Да. Поэтому можем оставить. В чемодан. Тем более сразу. Здесь, да. Тем более здесь быстрая зарядка идет, угу. Не все порты быстро заряжают, угу. Особенно в гостиницах эти лампы, от которых мы USB подключаем, они не быстрые. То есть там здесь может за пару часов тебе буст дать, а там всю ночь можно будет заряжать. Поэтому как Ой, вариант. Хорошо, да. Хорошо, что применимо к нашей семье. Да, так как спасибо. У нас уже много аппаратуры и, да? Батареи заряжать, и телефоны, и компьютеры, камеры. Плюс Миюшкины уже он девайсы тоже появляются потихоньку. Микрофоны. И все, да, все надо заряжать, все с собой таскать. Прям как профессионал. У нас отдельно уже большая сумка, в котором все это хранится. Ладно. Друзья, я думала, будет подороже. Так, $60. Да. Угу. Ну, что? Оставляем себе такой девайс. Нужная находка. Применима к нашей семье. Мы довольны. Просто смотри, вот даже за год взять, угу. Да, сколько мы снимаем, сколько мы сэкономили. Вот $60, да. Вторые $60. А стоит у нас наверху. Весь дом обставленный. Наверху с этого чарджер магазина. Стоит тоже там, ну, 50-60. В бейсменте стоит чарджер. В машине твоей чарджер. Ну, да, это да. Если посчитать, $200-300 тебе, да, было, надо было, да, на все это потратить. А так мы, да, почти за даром все это. Нам досталось. Может, там тоже? Ну, они отличаются. А ты типа думаешь, раз белая коробка, значит, что-то... Ну, они похожие были, но не размеры знаю. Отличаются. Ладно. Белая коробка, что ты нам принесешь? Чу-чу-чу. Я поколдовал, все. Сейчас смотрим. И эту.
Ну ты даешь. Нам надо меняться, кстати. Тебе на битву экстрасенсов идти. Наушники. Наушники. Тоже новенькие, хорошо. Вроде новенькая. Показывай. Так, смотрим. Да что такое? Ага. Так, все, смотрим. Да что оно по кусочку было? Черные, да, или что? Да? Черные, черные. Может, нет, может быть. Супербас, складывающий wireless, то есть беспроводные, mm-hmm. ну, там эквалайзер туда и стерео. Mm-hmm. Короче, стандартный набор стандартных наушников. Сюрприз! Ну, хорошо, и что? Буся! Привет! Смотри прикол, что нам попалось. На меня? Смотри! Сюрприз! Спасибо. А там что? Ничего? Ничего, нет? Просто написано сюрприз. Ладно, смотрим. Так, зарядка. Зарядка и к наушникам подсоединять. А чехла нет к наушникам? Интересно. Смотрим. Маленькие? Ну да. О, ну, маленькие, ну смотри, они складываются. То есть раз. Да. Раз. Так, приятные ну. такие наушники. Померяешь? Ну, померяешь? Да. Хочешь себе такие? Спасибо. Так, подожди, что спасибо? Мы же цену показать, людям показать. Ну, не, ну так ты, тебе понравилось или нет? Или что? Я так и не понял. Кто-то понял реакцию? Зрители поняли реакцию? Я тоже не понял. Но для моих ушей маловато. Да? Ну, у меня ухо туда даже не... А там есть размеры или что? Ну, а как ты будешь слушать, если у тебя хорошо, плотно не прилегает? У тебя не будет выдавать качество музыки. Ну, тебе точно? Ты хочешь себе? Или да, мы продаем? Да, хочу себе. Ну, все, хорошо. Все, смотрим цену. Да. На Амазоне есть все. В общем, друзья, точно такие наушники беспроводные. $30 с скидка. Да, с отличнейшей скидкой. А было 40? Ну, да. Но за доставку 5.54. А ну, ну там видео туда-сюда. Угу. 80 часов playtime, то есть да? Это получается почти 3,5 суток. Ух ты, можно не заряжать, ну, да? Ну, хорошая батарея. Да, во. Звук, возможно, хороший. Угу. Премиум саунд. Ладно, спросим у Ульяны. Угу. Если ей понравилось, вот это коллекшн, я все время смотрю и думаю. А, типа, увидишь адрес, где можно купить сразу. Ага, прикол. Да? Deer Park, видишь? 1 километр от нас. Ну, за 40. Да. О, ты что? Ты куда? Далеко? А, простите. Ты далеко? Интересно. Да, интересно. Так, друзья, последняя коробка на сегодня. Будем заканчивать. Здесь у нас что-то тканевое. Мягкое. Подушка. Одеяло или сумка, в общем. Мне кажется, сумка какая-то. Так, так она не хочет. А, вакуумный. Так, сколько? Надеюсь, это последний пакет. Тут мне не пришлось тут резать. Так. Итого, барабанная дробь. Что это такое? Подушечка какая-то. Че, что это? Че мне показалось? Ну, я подумал, что-то, что такая консольная опять штуковина для собак, не? Ну, вроде как, да. А что тебя смущает? Там как квадратный, квадратный какой-то. А они же прямоугольные. Ну, знаешь, для маленького. А может... Вообще как левый. Ладно, друзья, мы сейчас да, его... Да, разберемся, мы покажем, что это такое. Соединим. Привет! Привет! Ой, смотри, какая она. Она перекусывает. Пошла, пошла, красотка. Показываем. Показываем.
Такая переноска на консольный столик в машину. Угу. Карманчики есть для, чтобы подключить ошейник, ну и резинки, чтобы снизу затянуть, чтобы не скользило, ну плюс не скользящая поверхность, прорезинена. Все, вот такой вот последний комфортный товар. Комфортный. Угу. Глубокий, все, что можно отстегнуть, сделать, в принципе, ниже. Угу. Хорошо, все, показываем цену. Кстати, такие штучки хорошо продаются. Ну, понятное дело, не задорого. Не задорого все продается, да, хорошо. Да, да, да. Так, да. Можно использовать как переноску. А вообще это бустер машины. Угу. Там, где вот эта консоль. Ну, как переноску использовать, да. Вот между сиденьями. Ну да, это кто волнуется, что собачка там сзади будет стресс получать. Угу. Так рядом с хозяином. $45, отлично. Да. Так, хорошо, все, подводим итоги, сообщаем выгоду на сегодня и расходимся. Как обычно, все классно, разнообразно и интересно. Много чего сегодня мы себе оставляем. Да. Органайзер белый. Можно применить под игрушки. Комбинезон оставляем. Зарядное устройство оставляем себе. Наушники, ого, вот это да, вот это распаковка нас удивила, конечно. Порадовала. Насчет лежака, мне кажется... Да, неудобно будет? Нет, ну, будем ладно. Продавать. Да, хорошо. Вот, да. Вот. Ну и лампу не? Не покатит она? Ну, хорошо. Не впечатлила, если честно. Ну ладно. А биде будем продавать? Душ. Угу. Продаем. Душевую систему тоже будем продавать. Мы у себя установили. Ничем не хуже же я, да? Да. Поэтому будем продавать. И вот такую вот переноску тоже будем продавать. Правильно? Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И стул тоже будем продавать. Все. Получилось у нас $580. Неплохо. 530 выгоды на сегодня. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока. Пока-пока.